карантином, всеми мерами по COVID-19 и уже всем надоевшим маски. Есть еще вот такая вот чудо-штука. Флисовая теплая труба вместо маски. Тут она затягивается. Ну и соответственно можно ее использовать как шарфик в зимний период. Сверху трикотаж на холодное время года. И использовать в виде маски. Опять же, соответственно. Сейчас прикинем, посмотрим, что получится. Ну, в общем, как-то так это выглядит. Труба, конечно, теплая. Слишком жарко в ней. Ну, этот шов, конечно, назад можно сделать или на бок. Она, в принципе, везде одинаковая. Только шапке будет мешать. Ну, не знаю, слишком уже она теплая. Может быть, как шарф ее использовать? Тогда да. Так даже получше выходит.